Всем привет! Меня зовут Юля, и я приглашаю вас к себе на кухню. Сегодня я буду готовить вкуснейшие грибочки. Грибы буду запекать в духовке. Получается вкусная легкая закуска, а самое главное, очень легко готовится. Для этого рецепта я беру шампиньоны среднего размера, у меня 500 грамм, томатную пасту 1 столовая ложка, сметану 15% жирности 3 столовые ложки, чеснок, у меня 2 зубчика чеснока. Если вы любите попикантнее, можно добавить побольше. И соль, перец по вкусу. В томатную пасту добавляю сметану. Я предпочитаю использовать томатную пасту. В ее составе нет ничего лишнего. Добавляю измельченный чеснок. Солю, перчу по вкусу. Можно еще добавить любую приправу по своему вкусу. Все хорошо смешиваю, и соус готов. Заправляю этим соусом грибочки. Грибочки я уже предварительно хорошо промыла и просушила. Все хорошо перемешиваю, чтобы каждый грибочек был в соусе. И выкладываю в форму отдельно друг от друга. У меня маленькие ножки, я переворачиваю шляпкой вверх. Если ножки длинные, выкладывайте ножками вверх. Тут без разницы. Грибы буду запекать в духовке. Запекаю 30 минут при температуре 180 градусов. У меня прошло полчаса, и смотрите, какие румяные и аппетитные грибочки получились. При подаче на стол украшаю зеленью, можно сверху полить еще оливковым маслом. Грибочки просто объедение. Такую закуску можно даже приготовить на праздничный стол или в обычный день. Всем рекомендую приготовить. Кушайте вкусно и полезно. Приятного аппетита! А если вам понравился мой рецепт, обязательно ставьте пальчик вверх. Поделитесь этим рецептом в своих социальных сетях. Для меня это будет самая лучшая награда. И всем до скорых встреч!